Продолжается сбор средств в помощь маленькому одинцовцу Захару Каткову. Безусловно, финансовая помощь очень важна, но каждый может помочь, распространяя информацию о недуге ребенка. В парке имени Ларисы Лазутиной прошел флешмоб. Жители округа собрались, чтобы поддержать Захара и рассказать о нем другим. Захару нужно сделать один укол, который восстановит такую частичку в организме. У него опять начнутся обычные процессы. И это нужно сделать до 2 лет, иначе он погибнет к 2 годам. Остался буквально годик, а может быть и меньше. Вот. А сумма этого укола очень большая, 159 миллионов. Его нужно отправлять в Америку, потому что у нас такого лекарства не изобрели. Сумма огромная, и собрать ее нужно как можно скорее. Чем больше людей подключится, тем больше шансов на успех. Сбор идет достаточно медленно. Мы собрали 16 миллионов. Это по состоянию на вчерашний вечер. То есть сегодня я не смотрела. Очень медленно, но сбор идет в основном, конечно, от мероприятий. То есть проводят по всей области добрые люди различные мероприятия. Вот непосредственно сейчас также в Зарайском районе проходит рыболовный фестиваль. После флешмоба Захару подарили лыжи в знак надежды на то, что добрые волшебники справятся со своей благородной задачей. Захар Катков будет здоров и сможет, как другие дети, вести активный образ жизни. Елена Морозова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».